хозяйствах Джамбулской, Чимкентской и Кызылординской областей выведена новая порода овец шерстно-мясного направления южно-казахский меринос. Овцы этой породы хорошо приспособлены к местным условиям. Лучшие бараны дают до 20 килограммов тонкой шерсти, а матки до 8 килограммов. В горных районах республики разводится порода овец, созданная путем межвидовой гибридизации дикого архара и мериносовой овцы, казахской архара-меринос. Выносливость, крепкую конституцию, отличную приспособленность к высокогорью унаследовали животные этой породы от своего дикого предка архара, а высококачественную шерсть от мериносов.